как выглядит сейчас мой микс в реанимацию для ковидных больных. Все беру по 5. 5 дедринка, 5 пауэр коктейля, 5 генерейшена и где-то будет по 15 ложечек мерных активайса и цельшутца. Вскрываем пакеты, смешиваем и размешиваем. Все очень просто. Как показала практика, если вот это все намешать и потом брать по одной, видите, по одной чайной ложечке, потом и на 100 грамм водички, то очень-очень быстро можно повлиять положительно на сатурацию. Добавляем жиров обязательно. Жиров. Омегу Q10 можно еще дополнительно передать, чтобы там каждый час под язык. Но именно Generation, что мне здесь нравится, это красный женьшень. Я считаю, что его тоже стоит применять. И вот Power коктейль, где полезных бактерий полно. Получится такой хороший объем. Очень хороший объем. И плюс у меня идет одна чайная ложка, как три мерных. Раз, два, три. Просто так быстрее. 4, 5. И так как в Generation уже есть Activize, но я усиливаю формулу обязательно кислорода, чтобы было больше. 3, 4, 5. Сколько это стоит, посчитаю потом отдельно. И дальше ча-ча-ча. Вот, все, размешали. Что можно еще сюда добавить, так это бактерии из сухого порошочка йогурта. Если вдруг хотите, если вдруг много антибиотиков и нет возможности делать йогурт, то можно сюда бактерии тоже насыпать. Вот такая вот чайная ложечка на 100 грамм водички тепленькой каждый час. Сатурация держится, лечение проходит намного быстрее.